Здравствуйте, добро пожаловать в IT Quantum. Меня зовут Виталий Анатольевич, я преподаватель по направлению IT. И хотелось бы немножко рассказать, да, чем мы здесь вообще занимаемся. То есть мы преследуем цель обучать детей следующим направлением. То есть, во-первых, это схемотехника и микроэлектроника. Да? В качестве примера мы на данный момент заняты тем, чтобы запрограммировать робота экскурсовода, и может быть у него проводить экскурсии получится даже лучше, чем у меня. Вот. А помимо схемотехники и ее программирования, мы изучаем здесь основы программирования, как на простых блочных графических языках, так и серьезное синтаксическое программирование. Вот. И помимо этого у нас еще существует направление компьютерной безопасности, защиты сетей, этичный хакинг, то есть, грубо говоря, все, что касается компьютеров, все, что касается защиты и безопасности, все, что касается программирования, этим занимаемся и обучаем средства.